Что случилось? Не спрашивай. На третьей линии какая-то Ванесса. Говорит, что ваш друг. Ладно, я возьму. Извините. Третья? Ну что же ты, Линз? Чего ты ждешь? Он до сих пор влюблен в Ванессу. Как думаешь, почему Ванесса бросила его? Наверное, потому что разлюбила. Нет. Потому что знала, что он влюблен в кого-то другого. Но он бы никогда не смог разбить ее сердце. Поэтому это пришлось сделать ей. Она знала, что он влюблен в тебя. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of space, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Скажи что-нибудь. О чем ты думал? Я не нашел другого способа. Ты о чем? Чтобы быть с тобой. Почему ты просто не пригласил меня на свидание? Это намного лучше. Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо. И побоялся пригласить меня на свидание. Просто, когда мы организовывали свидание для Троя, для тебя это была романтика. И ты теперь оправдываешься. Даже не вздумай называть меня лицемером. Это было бы неправильно. Понятно? Это настолько отчаялся, что устроил своему лучшему другу экстремальное свидание. Слово «сострадание» тебе знакомо? Или ты совсем жестокий? Забыл, как ты мне бросилась на шею пару дней назад? Это разве было не отчаяние? Я совершила ошибку. Я тоже.